Вопросы поставок газа в Китай и строительство магистрального газопровода «Силы Сибири» станут одними из основных тем регулярной встречи глав правительств России и Китая, которая состоится сегодня в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил источник в аппарате правительства России. Сегодня также состоится подписание соглашения между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией по сотрудничеству в области стандартизации и оценки соответствия.